Вот ингредиенты для приготовления миндального крема. Сливочное масло, миндальная мука, сахар. Это все по 100 грамм. 50 грамм обычной муки, любой муки. 2 яйца и ванилин или миндальный экстракт. Сливочное масло должно быть мягким. Добавляем сюда 100 грамм обычного сахара. И миксером хорошенько все это перемешаем. Теперь добавляем сюда 100 грамм миндальной муки. Миндальная мука – это просто измельченный миндаль. И тоже все вместе перемешаем. А теперь добавляем 2 яйца сюда же. И также добавим сюда ванилин или миндальный экстракт. Что у вас есть? И опять миксером хорошенько перемешаем. Перемешиваем всего лишь до образования однородной массы. Не нужно долго взбивать, перемешивать. Добавил, перемешал. Образовалась однородная масса, добавляем следующий ингредиент. И на этом все. И уже в самом конце добавляем 50 грамм муки. Мука любая подойдет сюда. Любая белая мука. Напоследок опять миксером слегка перемешаем, чтобы мука равномерно распределилась в этой смеси, в этом креме. Чудесный миндальный крем готов. Так как в этот крем мы добавили яйца, поэтому этот крем сырой нельзя кушать. Обязательно этот крем нужно будет добавить в сырое тесто и выпекать с этим кремом. Вы влюбитесь в этот крем. И вы видели, как просто это готовится.